В рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в этом году всего в Звенигороде планируется отремонтировать 17 подъездов. Сейчас завершены работы в доме 13А по улице Чехова. Здесь установлены новые двери, датчики движения, на противопожарных выходах светодиодные светильники. Покрашены стены, потолки, входные группы, лестничные марши. Как отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, работы по ремонту подъездов на этой территории будут продолжены. Стоит отметить, что адресный перечень формируется, исходя из обращений граждан. Комплекс работ в подъездах, цветовая гамма и применяемые материалы также согласовываются с жителями.